земле правит пустота. Люди разучились любить и верить. Впереди их ждет мрак и забвение. И только избранные, примкнувшие к культу, смогут обрести истинную веру, которая поможет им познать высшую любовь. Вместе мы приближаемся ко дню солнца. Дню, когда лучшие из нас покинут этот мир и вознесутся к вечной гармонии и покою. Бесконечная любовь! Ну что ж, если я правильно понял, а я кое-что понял. Надежда, Марк Романович, ваши дети, как бы это поделикатнее. Ну, не хотят они возвращаться домой, потому что никогда не испытывали в доме родном любимом ни ласки, ни любви, ни внимания. Анна, брат вашего покойного мужа действительно прозрел. Он понял простую вещь, что при этой женщине можно действительно подняться, стать художником, но хоть чем-то стать, так как стал его брат. Поднятый на волнах любви его собственной женой. Поэтому он хочет заставить вас, привязать вас к себе. А привязать можно как? Замужеством, против вашей собственной воли. Ну да бог с ним. Носить дочери наркотики в течение 3 лет, а может больше. И продолжать носить наркотики дочери. Она до этого лежала в закрытой лечебнице. И я не могла ничего с этим поделать. Ну, Дашенька, вы тоже не можете забыть, что сестричка ваша, Ксюша, с которой вы так похожи, все-таки подверглась насилию, чтобы, так сказать, приподнять вашу карьеру. Да, все так. Поэтому мы хотим участвовать в освобождении родных и готовы вам помогать. Ну что ж, давайте посмотрим, на что вы все готовы пойти. Да, посмотрим. Веселенькая компания. Упражнение первое. Держим и ползем. Сначала бежим, потом ползем. Спецназовцев из вас мужья сделают, а сейчас как самолет расстрелите. Мышцы у вас есть по большому кругу. Вот. Молодцы. Представляешь, очень интересно. Я больше не могу. Третий день ничего. Потерпи, солнышко, потерпи. Я не могу ни есть, ни спать. И даже дышать не могу. Потерпи. Да пошел ты. Я прошу тебя, потерпи, прошу. Найди хоть что-нибудь. Я постараюсь. Я что-нибудь придумаю. Хорошо?
версия препарата неудачна, учитель. Но, похоже, я поняла ошибку. И как мы ее будем исправлять? К утру. Утром я проведу испытание. Но мне нужен будет материал и основа. Жидкая форма. Сегодня. Это все. Если он нужен, значит, он будет сегодня. Так, Алекс, что у нас с вами? Кто и зачем проник вчера к нам в райский сад, к сожалению, выяснить не удалось. Угу. Но по силуэту ясно, что это женщина. И проход ей подготовил профессионал высшего класса. Как такое возможно? Ответ очевиден. Вот, посмотрите. Здесь все. Так. Вот они, красавцы. Угу. Значит так, надо сменить всю сеть, всю целиком. Даже если это потребует целиком нового оборудования. Вне зависимости от того, сколько это стоит. Фото. Откуда они взяли фото? Кто прислал фотографии? Пока не ясно. Понятно. Где они обосновались? Они все живут недалеко. Дом арендован Надеждой Любавиной. Контракт аренды до начала апреля. Военный офицер, которого они привезли. Серьезный офицер. И насколько он серьезный? Пока ничего сказать не могу. Но, похоже, майор Аскаров человек с мощным прошлым. Воевал, неоднократно награжден. Был в плену. Я отправил запрос в Россию. Возможно, сможем получить информацию о его участии в боевых операциях. Значит так, если это все, вы все свободны. Ну что, солдат, зачем ты к нам приехал? Интересно. О, знакомое же лицо. Где ты его видел? Вот оно. Воскрешение Гуру. Эдуард Левинский. Не-не-не, это не может быть, потому что он мертв. Может быть, дорогой профессор, слава богу, в нашей удивительной галактике все возможно. Не-не-не, дело в том, что я лично разговаривал с персоналом и видел бумаги. А тело вы видели? Нет. А вот аватушка. Есть. Он жив. Значит, наши родственники опять у него всех. Значит, все опять с самого начала, Спокойно, Марк! Спокойно. Если уже, то мы просто тупо идем туда и просто... Да не можем мы туда идти, дорогой профессор, не можем, потому что такого человека, Эдуард Левинский, просто не существует. А существует очень похожий на него внешний человек по имени Эдуардо Гонсалес, который сразу, став законным гражданином государства Вендора, получает от этой страны огромную территорию, на которой находится база бывшего повстанческого отряда. А теперь... Организация под названием «Райский сад». Понимаете? А это означает, что этот человек пользуется очень высокой поддержкой на государственном уровне. Положить. Эдуард Левинский. Понимаете ли, дорогие мои, в каждой стране на нашей планете найдется пара-тройка человек, которые хотят покончить с собой. Они находятся в глубокой депрессии. И вот товарищ Левинский, теперь Эдуардо Гонсалес, дает шанс этим людям найти опору. И вот постепенно, постепенно они снова хотят жить. А значит, они принесут в эту секту, которую он организовал, все. Недвижимость, любую собственность, любые деньги для того, чтобы выжить. И вот если мы не объясним нашим, вашим ребятам, что это чисто коммерческий проект, они не выйдут из этой секты. И они не вернутся к вам, соответственно. Вот и все. Ксюш, ты что-то говорила про свою сестру? Да, но даже дело не в ней. Просто понимаешь, вокруг сплошная тьма, люди такие беспросветные, вообще ни жалости, ни чести. Именно поэтому я здесь.
Здесь мой дом. А там они. Они ничего не понимают. Кто они? Твои родители? Она мне не родная мать. Отец. Я не знаю. Он такой же, как все. Понимаешь, он думает, что все знает, а я не нуждаюсь в его советах. Я хочу сам жить без подсказок. Точно. Вечно лезут в душу, а когда нужны, их рядом нет. Сидишь и кричишь на стену, а им наплевать. Ну как это? Они же ваши родители. И что с того? Ну, они беспокоятся о вас и... Ксюш, ты не понимаешь. Мы просто... Просто заложники их системы. Часть их планеты. А я не хочу быть частью чего-то того, что мне недорого. Ребят, вы не правы. Вот если бы я была на вашем месте. Ксюш, ты не понимаешь. Эй, почему ты не даешь ей сказать? Лично я с ней согласен. Вы просто злитесь. А ваши родители стараются для вас же. Это вечная проблема отцов и детей. Это нормально. Что нормально? А тебя вообще кто спрашивал? Ты наушник. Я не наушник. Слушайте, пожалуйста, прекратите. Я делаю то, что... Я и так вспомнил слишком много. Вот зачем? К чему этот весь спор? Прости, пожалуйста. У каждого из нас свои проблемы, но родители здесь ни при чем. А Ксюша права. Я лично остаюсь при своем мнении. Ксюх! А твоя сестра сильно на тебя похожа? Нет, мы совершенно разные во всех смыслах этого слова. Я остался здесь, потому что здесь ты. Здесь ты и Колька. И больше мне никто не нужен. Ким, с тобой все в порядке? Ким? Да, 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 да. Все хорошо. Все в порядке. Я не понимаю, чем он здесь зарабатывает деньги? Как? Вот на этот вопрос нам помог бы ответить один человек. Наш адвокат. Миша Сильвинский. Совершенно верно. Наверняка его содержат на территории райского сада. А с чего вы взяли, что его задержат там? Очень просто. Адвокаты очень активно пытались отправить домой. Старались. Не вышло. Последний раз я с ним разговаривал на территории райского сада. Соответственно, он находится там. Там всего два здания. Две постройки, которые действительно обеспечены электроэнергией. А про электроэнергию здание, откуда знаете? Профессор, интернет. Так вот. Первое здание – это домик охраны, но там вряд ли, потому что это вызывает подозрения. А вот второе здание – технический центр. Конечно, кому-то стало плохо, его поместили в технический центр. Естественно. Там есть другие здания, но они снабжаются другой энергией, энергией солнечных батарей. Про солнечные батареи откуда знаете? Профессор, их видно из космоса. Все же, понимаете, они на крыше большие, отражают солнечные лучи. Понимаете, да? Леш! Философ! Что ты собираешься предпринять? Не знаю, Надежда Александровна, не знаю, но вот если вы ограничите своего мужа в вопросах, то это освободит мне время для раздумий. Ну, если он не против, конечно. Профессор, станем думать вместе. Вам платят, вы и думайте. Марк, все, уймись, пожалуйста. Продукт чистейший. Все, как я и обещал нашему общему другу. Благодарю. Мы сообщим нашему общему другу о том, что вы хозяин своего слова. Надеюсь, мы с вами теперь друзья. Мы не друзья. Принес? О чем ты? Ты издеваешься? Ну все, все. Прости. Навокаин?
Ты в своем уме? Кими, una broma. Не верь написанному, детка. Поверь, это очень хорошая вещь. Но это последний раз. Нет. Ты же знаешь, как мне плохо. Ума не приложу, как учитель еще не заметил. Я люблю тебя. Это я тебя люблю. И не забывай, как пользоваться. Прощай! Все понятненько? Ага. Раскручиваем. Режь! Вот это затворная рама. Ты опять пыталась покончить жизнь самоубийством. Зачем? Я просила называть меня Триш. Я задал тебе вопрос. Нелли, зачем? Не хочу ждать. Смерть – это лишь начало долгого пути. Мы с тобой об этом говорили. Так зачем повторять, если уже говорили? Согласен. Тогда давай поговорим о другом. Некоторые рабочие, те, что постарше, рассказали мне, что ты их домогаешься. Бесцеремонно. Нелли, зачем обнажаться перед стариками? Нелли, ты нарушаешь все моральные устои. Ты нарушаешь устав райского сада, который вы сами писали. Ты и меня находишь сексуальным? Вы знаете, учитель. Съела бы вас. Вряд ли это заслуга моей ослепительной внешности. Не знаю. Ваши глаза выглядят жутко. Но я бы ими полакомилась. Съесть оба? Или один? Я знаю, как готовить глаза. Ты не поверишь, но я тоже. Так вот, почему взрослые мужчины? Почему не сверстники? Они все бараны. Тупые, недалекие, малолетки. И не глядят на мое тело. Бараны, одним словом. Предположим. Представляете, Рада? Ксюш. Давай опять за бунгало. Ты чего? Нет, ничего. Ты дома. Ты ничего не боишься. Я не учитель. Я не друг. Я тот, кого ты хочешь увидеть. Сейчас мы с тобой вернемся в самое начало. Кого ты хочешь увидеть? Тебе 5 лет. 6. 7. 8. Мне 8. На улице страшный ливень. Я вхожу в комнату, замерзшая,
и вымокшая до нитки. Кто там? Кто в комнате? Кто он? Он. Ему 50. Может, больше. Он обнимает меня. Снимает промокшую одежду. Берет огромное теплое полотенце. Что дальше? Давление 200 на 100. Однажды она спросила у него, в чем сила, где, почему. И он ей ответил, потому что очень ее любил, что вся его сила хранится в его волосах. Немного позже, ночью, тайно, она срезала ему все волосы и продала врагу. Когда он ее спросил, зачем она это сделала, она сказала, что из-за любви, чтобы отныне он всегда был с ней. А он ей ответил, что отныне он никогда с ней не будет. Учитель. Иди ко мне. Что он сделал дальше? Что было потом? Ничего. Он напоил меня чаем и накормил с ложечки. Я уснула, а он позвонил в полицию. Нашли моих родителей. Они приехали только утром. Им было наплевать. А он... Он был такой хороший. Как вы? Порезы поверхностные. Она не думала сводить счеты с жизнью? Это было очевидно. Я работаю с ней еще 3 месяца. Потом отпускаем ее домой. Она на каждом углу норовит кого-нибудь соблазнить. Группа крови вторая положительная. Таких хоть отбавляй. Тем более. Дайте мне 5 минут и зовите следующего. Оскар, машина со всем необходимым будет у тебя через 2 часа. Ты уверен в том, что сделаешь? Барон, сделать-то я сделаю. Тебе же нужны камни. Не так ли, барон? Сеньор Наварс, Дева Мария, какая честь. Родриго, садись в машину. Thank you.
Который час? Доктор Нари. Доктор Нари, пациент пришел в сознание. Отлично. Этот сектор закрыт. Интересно, что вы здесь делаете? Одурюмаемся. Устанавливаем систему охраны. Зачем? Чтобы, знаете, кто ни попадя не ходил туда-сюда среди бела дня, без разрешения, понимаете? То есть, я так понимаю, мы теперь без вашего дозволения и шагу ступить не сможем? Марк Иванович, боже упаси, о чем вы говорите? Я просто приукрасил этот домик. Украшаю. В данном случае, надо говорить, украшаю. Поскольку при украшении есть подложное преподнесение реальности в намеренно завуалированной подложно-розовой форме. Короче, обман. Вот поэтому, Марк Романович, я говорю, приукрашаю. Приходится немножечко фантазировать. Ну, так сказать, исходя из обстоятельств. Да. Алло. Да, здрасте, Максим Григорьевич. Да, знаю, но я не могу вылететь. Нет, не сейчас. Да, конечно, понимаю. Я не могу. Мак. И послезавтра тоже. Помоги, пожалуйста. Конечно, извини. Скажите, я не ошибаюсь, что моя доля в проекте 45%? То есть мои как раз 5 миллионов, правильно? Да. Да. Нет. Я не прилечу. До свидания. Мишенька, как ты себя чувствуешь? Замечательно. Ремешки не давят, Миш? А? Немного. Но разве это имеет значение? Никакого, Миш. Боже, какой чудный день. Сейчас мы это и проверим. Потрясающе все. Начинайте, доктор Нари. Готова, учитель. Боже. Боже мой. Это же... Это... Я вижу. Мишенька, Миш, Миш, да. Миш. А выбери вот любую картинку. Конечно. Какая тебе понравится? С радостью. Да? Вот это, без сомнений. Посмотрите, прекрасный результат. Так, не надо торопиться. Мы сейчас будем повторять серединный эффект, потому что я хочу быть уверен. Смените музыку, Нари. Четыре из четырех. Не, рано еще. Миша. Миш, давай последний раз выберем картинку. А? Это? Вот это без сомнений. Друзья, во что мы здесь играем? Мишенька, ни во что, все хорошо. Потанцуй еще немножко. Работает учитель.
По-моему, все получилось. Ну что, переходим к финалу? Может, попробуем усилить до пика? Нет. Вот пик, мы проверим его присутствие. Совместим полезное с приятным. Да. И позовите меня Романа. Сеньор Родригес. Сеньор Родригес. Мы готовы. Листос. Внешний мир, темный мир. Он нам вчера в очередной раз это доказал. Ты видишь, как он на нас наступает? Он все время пытается нас ужать. Но у него ничего не получится, потому что мы идем к свету. А они все живут во тьме. Вот то, что ты вчера сделал. Ты сам этого хотел? Ну да, учитель. Мое место здесь. Вот поэтому я тобой горжусь, потому что ты растешь. А рост – это еще и ответственность. Это доверие. Это даже… Ксения, ну негоже двум людям прятаться за бунгало. Учитель. Не волнуйся. Ваш проступок не будет предан огласке. Не последует никакого наказания, но ты должен понимать, что тебе надо подняться на одну ступеньку вверх. Ты меня понимаешь? Ну, разумеется, учитель. Вот и замечательно. Твой брат Николай. Ты понимаешь, он сдерживает тебя. Он возвращает тебя в прошлое. К твоему отцу. А где твоя семья? Здесь или там? Ну, здесь, учитель, но… Здесь. Вот поэтому с сегодняшнего дня ты должен отказаться от Николая, забыть о нем. Понимаешь? Просто понять, что нету у тебя брата. Отказаться от Николая? Да. Ты вчера совершил очень важный шаг. Так почему останавливаться? Продолжай расти. Просто скажи себе, у меня нет больше брата. Откажись от него, и все. Ну, учитель, это же мой брат. Он не сможет без меня. Я ему нужен. Но ты все сможешь. Ты все сможешь, потому что я в тебя верю. Потому что у тебя все получится. Потому что ты в числе первых, которых я готовлю к священному дню. Ты думаешь, путь к истине, путь к свету, он легкий? Нет. Он всегда требует жертв. Поэтому забудь о своем брате. Мы договорились? Аудиенция окончена. Учитель, но это же мой брат. Аудиенция закончена. Ну, учитель, но это же брат мой. Комната из видел свет, он рассыпается на много кусочков, и белая комната, Коль, ты чего, очнись, Коля, белая комната. Тихо. Коль, ты чего? Очнись, Коль. Нету никакой комнаты. Ты должен отказаться от Николая, забыть о нем. Белая комната. Нету никакой комнаты. А где твоя семья? Здесь или там? Вы же все погибнете. Они же убийцы. Просто скажи себе, у меня нет больше брата. Откажись от него, и все. Здравствуй, Рома. Белая комната. Доктор Нарик. Белая комната.
Что с ним, доктор Нарин? Что ты здесь белая делаешь? Комната. Рома, белая комната. Да как, какая комната? Доктор Нарин, что с ним? Роман, тебе лучше уйти. Нет, Рома, Рома. Я тут. Тебе нужно идти, Роман. Хорошо. Охрана! Охрана! Куда? Нет, нет, Рома, нет, Рома! Нет! Нет! Привет, привет. Мне гораздо лучше. А что делаешь? Просто гуляю. Осторожно. Вам что, заняться нечем? Мне очень интересно. Что интересно, сеньор Рамон? Не твое дело. Просто интересно. Рома, ты не здесь. О чем ты думаешь? Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Но я же вижу, что что-то не так. Учитель сказал, что я готов к переходу на новый уровень. И нам больше не надо будет скрывать свои отношения. Но тогда что не так? Он сказал, что для перехода я должен буду отказаться от своего брата, потому что он связывает меня с прошлым. Учитель знает, что он делает. Ты должен верить. Нет, Ксюш. Просто не видела Колю с ним. Что-то делают. Нет, ты правильно сделал, что привез его сюда. Нельзя сомневаться. Ксюш, тебе надо было просто видеть, с ним что-то происходит. Доктор Нари знает, что делает. Ты должен верить. Ксюш, если бы ты его увидела, ты бы мне поверила. Погоди, ты что, стал сомневаться в учителе? Нет, нет. Я стал сомневаться в себе. Я увезу Колю. Что? Куда? В больницу. Пусть они скажут, здоров он или нездоров, но с ним явно что-то происходит. Нет. Если ты это сделаешь, я должна буду рассказать обо всем учителю. Ты. Ты серьезно? Да, Ром. Тихо. Андрей. Понимаешь, чем ты рискуешь и на что ты идешь? Абсолютно. Но это мой брат, Ксюш, прости, ты. Ты не понимаешь. Ром, пожалуйста. Прости. Я прошу тебя, пожалуйста. Не делай этого. Sigo mi camino, continúa su camino, mujeres no me falta, que no me importa. Sigo mi camino, continúa su camino, mujeres no me falta, que no me importa. Sigo mi camino, continúa su camino, mujeres no me falta, que no me importa. Sigo mi camino, continúa su camino, mujeres no me falta, que no me importa.